Здравствуйте, дорогие мои подписчики, а также гости канала «Сама себе огород». Друзья, сегодня 3 августа, и я решила сделать обзор рассады перцев, вернее, уже рассады, которая в плодах. Кусты уже выросли очень большие, и ходить между ними нужно как можно аккуратней, потому что вот у меня уже такая вот ситуация получилась. Жалко, 3 хороших уже перчика, а я вот поломала. Ну, а что делать? Она хрумая все. Поэтому плоды, когда уже наливаются, желательно даже ставить опоры в перцы. Вот их очень много, завязей. Они уже крупнеют, наливаются все больше и больше. Желательно поприщипывать уже все пасынки, которых еще нету ничего. Вот, например, вот такой вот молоденький. Так, как показать поближе. Вот он, маленький. Я стараюсь все вот эти пасынки уже убирать, так как все равно на них уже ничего не будет. Вот. А здесь вот есть цветение. Пусть здесь уже завязи пошли, потому что все это уже не успеет созреть. Поэтому нужно помочь растению, чтобы успели созреть тех, которые завязались. У меня очень хорошие уже завязи. Очень много плодов. Желательно, конечно, их уже подвязывать, чтобы от тяжести они не ломались и не падали. Вот так вот выглядит участок с моими перцами. Завязей очень много. Все уже, абсолютно все в плодах. Здесь звезда Востока, очень крупный перчик, такой хороший, красивый. Все наливаются. Ну, конечно, я подкормки делала своей бродяжкой, монофосфат калием. Здесь вот очень большая, хорошая урожайность. Здесь тоже звезда Востока. Такой очень хороший перчик. Красавчик просто. Вот. Люблю сорт звезда Востока. Гугашара. Люблю вот эти кругленькие. Они очень сладкие. Вот такие вот какаду. Они очень урожайные. Их всегда очень много на кустике. Вот такая вот у меня урожайность, друзья. Как бы показать поближе, неудобно снимать. Вот так вот, чтобы все показать. Так, вот перчики здесь вот большие. Вот урожайность очень, я думаю, будет хорошая. Все в завязи. Томаты, то есть перчики, все мои. Очень хорошо растут. Поэтому я сегодня решила их прорядить. В смысле, поубирать все пасынки, которые молоденькие. Чтобы больше было сил для плодов, которые наливаются. Ну и, конечно, не забывать поливать перцы. Они сейчас еще больше нуждаются в поливах. Когда вот такая вот жара стоит. Вот и все, друзья, о чем я хотела с вами поделиться. Теперь я с вами попрощаюсь. Всего вам доброго, будьте здоровы и до новых встреч. Всем пока-пока.